класс, очень хорошая новость. У нас в классе появился еще один новенький ученик. И зовут его Миша. Миша, расскажи нам о себе. Жутко интересно. Я даже не знаю, что рассказать-то. Чем интересно? Да вообще как бы ничем. Что делать? Ну вообще мне нравится играть в компьютер и смотреть телефон. Это так скучно. Да, мне нравится. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Знаешь, как-то мне не интересовал этот вопрос, не знаю. Ну как это, жить без мечты и цели? А вы что, чем-то занимаетесь все? Конечно! Я занимаюсь вокалом, я хочу стать певицей. А для я этого делаю все. Возможно. Возможно, я занимаю первые места и так далее. Ну ничего себе, какая ты молодец. Я занимаюсь на аккордеоне в музыкальной школе. Недавно перед самим мэром Петербурга сыграл. Так страшно было, но я же хочу стать музыкантом. Ну того стоит, конечно. А ты в какой музыкальной школе? Номер 20. Не знаю. А ты чем занимаешься? Я тоже пением занимаюсь. Народные песни пою. Хочу стать руководителем пения. Ничего себе. А ты, Саша, чем занимаешься? Я занимаюсь волейболом. Ну, ничего себе. Ну вот ты, наверное, именно поэтому очень высокая. Ну вы молодцы, ребята. Мне даже немножко захотелось заниматься чем-то. Вы меня вдохновили. Человек должен быть не только физическим и крепким, но и образованным.